Ты все челленджи прошел? Блин, может быть, реально челлендж пройти какой-нибудь? Я бы сейчас за вот этих милашек поиграл бы. Но для них я отдельный стрим выделю. В принципе, я доделаю видос по Айзеку, и, может быть, после этого можно будет марафончик сделать по близнецам. Что такое кентрипт? Это с грибочком, где постоянно эффект странный? Говорят, еще челленджи завезут. What? А как? А что это такое? Не, это кайн предметы на комнату. Фига, трек какой-то новый. Музыку обновили антиберсовскую. С рогов падают карточки на эти айтемы. Блин, прикольно. То есть тут типа вообще предметов нет? Ей не даются на одну комнату? Это же сложно. Обратно как-то можно листать, нет? А где? А где? Где моя кирка? Одноразовый юз активки? Ну найс, блин. Тут всего ногу мамочки надо убить, поэтому если хп настакать, то окей, это не сложно. Сосочка. Просто храни айтемы под боссов и под комнатой. За убийство боссов дается слот к мешку. А, неплохо. Так-то звучит очень здорово. Я говорю, читал то, что они хотят добавить кучу новых челленджей, которые будут, ну, нетипичные вот эти скучные челленджи Айзека, как мини-игры. Заменять нельзя, да? Ебанумба нападала. Давайте тогда босса убьем. Музычка прикольная. Но ведь в антиберсе не было таких треков. Че это такое? Откуда это все берется? А, его нельзя обратно засунуть. Прикольно. Не такая имба, как у Лилит. Я не понимаю, что происходит и как, ну, стрелять. Надо и моими попадать, и зародыши. По идее, это довольно сильная тема, если к ней приспособиться. Это как 20-20, только без минусов. Блин, реально прикольный челлендж. Так, Magic Mirror. Неплохо. Жир не дает, да, возможность камни ломать. Зато он дает навсегда хп. И минус отнимается, здорово. В следующем стриме Айзека не было Blade Assault. Ой, точно. 20-20 с минуса, да, он теперь урон понижает. По-моему, на 20%. Или что-то такое. Блин, это прям офигенный челлендж, мне нравится. Fuck you.
Параллельно с тобой играю на лосте, выбил листик и пошел на хаш. Жду, пока его заковыряет бамба. Найс! Красава, красава. Получается обычный лос, да? Плюс бомбы? Телепорт? Хорошо. А где? Можно изменять челленджи из стандартного списка? Не понял, что это значит. Это анемия, да? Или Bloodlust, по-моему, анемия. Нет, это Bloodlust. Супер. Зачем только? По идее, урон-то тоже скинется после потери предмета. Слушайте, я первый раз играю в этот челлендж, но пока что это вообще лучший челлендж в Айсике. Спокойной ночи, Грим. Киршот. Ну что, 45-й не трогал? Так где все рандомно и перевернуто и все такое? Если это, то я его знаю. Если нет, тогда не знаю. Очевидно, да? Ну, я не буду париться просто и вот так сделаю. Он убер рандомный, да, я знаю. Мы с братом его в кооперативе чуть-чуть поиграли. Ну, он прикольный, конечно. Тоже необычный. Но вот этот как-то пока больше погов вызывает. Батино кольцо. О, паразит. О, паразит и Окулус этот, или как он называется. Лестница пока. Д20. Какая комната гигантская, как тут много монстров. Спокойной ночи, Смоук. Ну, типа, фишка в том, что ногу мамы можно пройти с базовым уроном в 3,5. Ну, в 3,5. А тут еще предметики есть, поэтому должно быть, по идее, просто. Плюс при этом здесь... У тебя unlimited хп. Степлер. Слушайте, я, по-моему, красноватого цвета от Самсона, не? Или это степлер делает красноватым? Говоря о Самсоне. Обалдеть, у меня FPS подлагивает в центре комнаты. А. Или не А.
Да, сейчас, сек. У меня герцовка сбилась. Сука, геймпад мне... Бляха, как я все это ненавижу. Кстати, я вас не вижу. А что не так? У меня же ничего не нажимается. Ладно, пофиг. Я выбираю настройки герцовки, у меня там все мерцать начинает. В Айзека надо на 60 Гц играть. Супер пипежные все хиты ловлю, но ладно, пофиг. Наверное, если бы этот челлендж супер далеко заходил, то по слотам не особо удобно ориентироваться будет. Юзается, кстати, моментально, это приятно. Учитывая, как много у нас будет ХП, диплопе? Че это значит? Класс. Это шипики из-за чего? Зачем вообще диплопия в этом завике? О, ХП. Ладно, извини, мистер Мистикс. Сорвался. Нет нужды полностью исследовать этаж и вообще как-то париться. Недавно думал ты, что меня достала музыка из мода, и тут на тебе что-то новое. Вы помните такие треки в Антиберсе? Я вообще не помню. Что происходит, чат? Поясните срочно. Я, конечно, потом могу и сам зайти и посмотреть. Я не помню, но треки не звучат. Не звучат в плане, тебе не нравится или что? Бро, обнови страницу, у тебя будет активная игра не Blade Assault, а Isaac. Диплоп, я думаю, можно на буст слотов с босса заюзать. Да, наверное. Ладно, прикольные треки, по-моему. Ну, как для разнообразия, так вообще супер. Сука.
Наверное, после этого рано больше играть не буду. Есть, конечно, вариант еще один челлендж какой-нибудь пройти. Ну, что-нибудь такое лайтовое, где, типа, не нужно трайхардить. Потому что на трайхард у меня, походу, не хватит сил. Шесть карт нападало. Надо было, наверное, сразу супер плотную подойти. Бля. Я не ту кнопку нажимал. Зато телепорт может в ультрасекретку тэпнуть. Там что-то есть такое. Камень? Да я видел камень, бомбы нет. Что-то золотой телепорт вообще неплохо там. Да блять! Я не ту кнопку нажимаю. Поэтому я после этого рана думаю, может быть, все? Может быть, enough? Ты не следишь за каналом Макмиллана? Нет, но я слышал то, что там стримы были. О, надо бы, кстати, потом у вас про Kickstarter узнать. Я бы, наверное, For Souls прикупил себе полное издание. Оригинальное. У него, короче, там были стримы, где он пояснял за лор предметов. Типа, как пришла идея создать такой предмет, что этот предмет означает. Довольно прикольно. У него там куча историй на разные темы были. Там вроде все уже раскупили, в смысле раскупили. Там же... По-моему, это не так работает. Он просто карту дал. Не забузить. Зачем вафли в этом забеге вообще нужны? Незачем. Понял. Пофиг. Привет, Робби. Стоп. А, да? Прикольный. Я думал, это не этот предмет. Я думал, это типа фистула альтернативная, которая ломается.
Секрет Фредди. Да, это надолго. Из такой фразы всегда становится быстро. Восьмерка абсолютно useless. За что карту дает. Это же никак не сработает. О нет, я потерял урон. Денчик залазит. Ничего такое, тебя ник. Почему залазит? Он должен слезать. Денчик слазит. Биором понерфили, да? Я говорил об этом. Д8 проюзал. Я подозревал то, что так и будет. Но вжать хотелось. Ой, зачем я сюда зашел? Бендер. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бендерчот. И сегодня у нас новенькая серия обзора модов. Сука, блядь, ненавижу подписчиков, блядь, пиздец. Нет, я же Бендерчот. Надеюсь, кто-нибудь понял глубинный смысл небольшой сценки, которую я сделал. Если нет, то вы придурок. Тут салют бахает за окном.
Бам. Бам, нах. Бам. Я карты не взял. Глубинный смысл в шизофрении. Бендерчат — это один из первых популярных обзорщиков модов по Майнкрафту. Он в свое время был, типа, самым главным конкурентом Лололошки. У него были очень бешеные просмотры, просто бешеная стата. Он был весь такой позитивный, у него голос был приятный. Вот. И все началось сперва с его, с Дианона. Он оказался жирным, некрасивым подростком, что немножко расстроило аудиторию. А продолжилось тем, что кто-то в сеть вслил его разговор с подписчиками, где он очень жестко матерится, как сапожник. И просто, ну, выказывает все пренебрежение к своим зрителям. И с того момента его карьера полностью загнулась. Ни ролики по Майнкрафту особо как-то уже не смотрели. Потом он попытался другой контент делать, другой контент не стрелял вообще никак. И он ушел с Ютуба. Как можно было не понять с моей сценки этого? Чат, вы просто... No comments. Надеюсь, хотя бы эту сценку вы поняли и оценили. Да, аудитория, конечно... Не понял, но оценил. Хорошо, вот вам еще одна сценка. Fuck off, you little shit! Оценили? Я самый популярный стример в мире. Меня зовут Ниндзя. Ой, мне плохо с вами, вы такие больные. Хоть бы раз что-то нормальное сказали, блин, написали в чате, придурки. А, это все, это финал. Может быть, из-за челленджа музыка поменялась, типа, вдруг есть отдельная музыка для челленджей. Надолго? Ты куда-то торопишься? Посмотрите на этих бизнесменов на стриме, а? Надолго, говорит, а? Время — деньги, да? Эти же балдеют. Бро, ты отвечаешь серьезно? Несерьезные, блин, тупые мои шизовые бзики какие-то. Не воспринимай меня. Дай лопату, Винни-Ту-Го-Диппер.
Классный челлендж, мне очень понравился, отлично. Это, наверное, лучший челлендж в Айзеке на данный момент. Джастис перевернутый открылся. Крутой? Нет. Говно? Крут? Нет. Говно? Крут? Или говно? Да что ты будешь делать, Эдмунд? Эдмунд Макмиллан. You little fucker. I will become back my money. You fucking Isaac trash and cough.